Это хоккей летом ерундовая игрушка, а попыт летом само то. Пошли на кассу купим. Ой, папа, пошли скорее в детский магазин, мне надо игрушки купить. Знаю я, какие игрушки ты хочешь купить. Угу, ну ладно, пошли. Как же здесь много игрушек, пап, я вот этот хоккей хочу. Купи мне, пожалуйста, вот такой вот хоккей. Смотри, какой он классный. Федор Сергеевич, ты прям заскользил, как на льду. Но ведь сейчас лето. Какой хоккей? Он не в тренде. О, смотри, сейчас в тренде попыт. Восьмиугольный попыт. Давай лучше попыт купим. Папа, ты предлагаешь мне купить попыт? Что-то странное. Ты же говорил, это ерундовая игрушка. Это хоккей летом ерундовая игрушка. А попыт летом само то. Пошли на кассу купим. Ну, пошли. Пошли, Федор Сергеевич, в детский магазин. Игрушки тебе посмотрим. А ты, мама, разве знаешь, какие игрушки сейчас в моде? Федор Сергеевич, мама знает все. Идем. О, мама, смотри, какой пистолет классный. Давай такой купим. Лук, а не пистолет. Это лук, Федор. Ты хочешь такой лук? Ну, конечно, такой классный. Давай его купим. Федор, лук... Сейчас не в тренде. Смотри, что здесь есть. Simple Dimple. Вот это крутая игрушка. Давай его купим. Simple Dimple? Ты хочешь, чтобы мы купили Simple Dimple? Конечно, Simple Dimple. Какой лук. Пошли. Ой, Лего, Лего, папа, я так хочу Лего-конструктор. Смотри, какая большая коробка. Вот такой хочу. Буду строить такой кран. Крутая какая игра. Купи, пожалуйста. Нет, Федор Сергеевич, не куплю. Потому что ты заставишь меня строить это вместе с тобой. О, у меня есть другая идея. Ну вот, как всегда, другая идея. Какая идея? Другая идея у меня есть. Попыт. Смотри, ты в него и сам сможешь играть. И я могу потом взять в него поиграться. А это долго и нудно, а тут все быстро и легко. Пошли купим. Ну пошли. Класс, попыт, это клево. Ой, мама, мама, смотри, какие машинки. Хочу такую машинку, вот такую. Купи мне, пожалуйста, и такую вот еще. Покажи. Машинка и машинка. Федор, Simple Dimple. Давай купим лучше Simple Dimple. Зачем тебе эти машинки? Simple Dimple, точно. Ну давай, пошли на кассу. Машины, машины. Вот крутая игрушка. Simple Dimple. Идем. Ой, папа, сколько здесь всего. Ой, как я хочу, знаешь что? Машину, смотри, какой грузовик. Доставай его, я хочу такой грузовик себе. Буду на нем ездить и песок возить. Да, да, такой, доставай. Такой огромный грузовик. Это же в него надо лопатой грузить песок. Куда-то этот песок везти. Да и вообще где-то этот песок взять. Смотри. О, вот эта штука лучше. Смотри, попыт, в форме сердечка. И у тебя еще такого нету. Вот это клево. Пошли лучше это купим. Класс, ты мне купишь попыт? Здорово, пошли, пошли, пошли. Я так хотел попыт, прям вообще здорово. Что-то нам еще надо купить. О, мама, нам нужна палитра, вот такая в садик, давай купим. Палитра в садик? Давай лучше Simple Dimple купим. Смотри, он такой же, как палитра. Ну ладно, я положу. Давай, Simple Dimple, пошли на кассу. Конечно, лучше Simple Dimple, чем какая-то палитра. Пошли. Ой, папа, смотри, что я вижу. Купи мне, пожалуйста, вот этот попыт. Смотри, какой классный, у меня такого нету. Вот, вот такой. А с чего ты взял, что это попыт, Федор Сергеевич? Он ведь висит рядом с Simple Dimple'ами. Ну и что, папа? Ну посмотри, это вылитый попыт. Какой это Simple Dimple? Давай купим. Федор Сергеевич, мне даже стало интересно, что это на самом деле, попыт или Simple Dimple. Давай вправду купим, а дома у братиков спросим, что это. Они лучше разбираются. Ну давай.
Ну класс, ура! Мама, мама, давай вот этот Simple Dimple купим. Смотри, какой классный, у меня такого нету. Ну-ка, ну-ка, покажи. А это разве Simple Dimple? Он на попыт очень похож. И висит среди попытов. Ну и что, что он висит среди попытов? Он больше похож на Simple Dimple. Ну, не знаю. Давай возьмем, а дома у братиков спросим. Они лучше знают. Пошли. Так, папа, можно я возьму корзинку? Мне надо игрушки новые купить. Ну, конечно, бери. Я же тебе обещал новые игрушки. Держи, носи. Будем выбирать. Спасибо. Идем. Только можно я сам буду выбирать? Ведь мне игрушки, а не тебе. Ты сейчас такого навыбираешь, а мне потом платить за них. Ты уверен, что ты сможешь сам выбрать? Ну, папа, ну ты сейчас возьмешь всяких игр умных, а я хочу игрушки, настоящие игрушки. Ты как знал. Ну ладно, пошли тогда в отдел, где больше игрушек, как ты говоришь, игрушек. О, то, что я и хотел, Simple Dimple, круто. Федор Сергеевич, ну у тебя же дома есть эти, как их там, Simple Dimple, зачем тебе еще? Дома другое, такого звездочка у меня нету, беру, ты мне обещал. Ну ладно. Пошли только тогда отсюда в другой отдел. О, папа, что я вижу? Еще кое-что. Вот, смотри, какой классный Simple Dimple, берем. Федор Сергеевич, ну это же Simple Dimple. У тебя даже в корзине уже такой лежит. Нет, папа, у меня не такой. У меня, видишь, какой белый звездочкой, а это черный, как будто палитра. Мне два надо. Я так и чувствовал, Федор Сергеевич, что все по-твоему, это будет все не по-моему. Ну ладно, у тебя и вправду такого нету, держи. Берем. Пошли дальше. Круто, я себе Simple Dimple накупил. Еще попытов бы новых. О, что я вижу, круто. Круто, сердечко, попыт. Пап, смотри, я беру. Антистресс, игрушка. Федор Сергеевич, ну это же попыт. У тебя же есть дома попыты. Ну и что, что есть, а сердечком у меня нету. Беру. Ну я же обещал тебе, что ты сам будешь выбирать. Да. Пошли скорее подальше от этих попытов, пошли. Ох, и круто, мы зашли в магазин. Сколько здесь попытов? Надо, наверное, еще для Сони, для братиков взять. Что, Федор Сергеевич? Ты собираешься всем купить попыты и Simple Dimple? Ты знаешь, папа, вон лавочка. Присядь и отдохни, чтоб не нервничать лишний раз. А я пойду, пройдусь. Ох уж этот Федор Сергеевич. Что-то я подозреваю, он полную корзинку принесет вот этих вот антистрессов. Да, ребята, посмотрим дальше, что будет, увидим. Так, где же еще попыта? Что-то тут не видно. Пойду-ка я туда, где брал. Точно, я классно придумал. Возьму Соню и братиком, а то они вечно у меня отбирают. А я возьму их не отдельные. Так, где же они, где? Так, вроде бы здесь. А, вот они. Так, возьму разных. Возьму еще сердечко, возьму восьмиугольник. Так, вот сердечко. Кругленький еще возьму. И еще сердечко возьму. Отлично. И кругленький еще один возьму. Вот так. Ох, и класс. Ой, что-то уже много я набрал. Тяжело нести. Надо за Simple Dimple идти. Так, вот же Simple Dimple. Точно, возьму еще лапку. Угу, у меня такого нету. И сразу Соню возьму. Розовый она любит. И сразу возьму еще одну лапку. И черный обязательно надо взять. Пацанам понравится. Так, еще один возьму для Гоши, один для Ярика, чтобы был. Отлично. Так. Ох, и тяжелая корзинка набрал всего. На кассу, что ли, идти или еще что-то взять, пока папа там на лавочке отдыхает. О, еще! Класс, оранжевого у меня еще нету. Возьму оранжевый. Белого еще у меня нету. И звезды возьму еще каждому. Ох, тяжелая корзинка, как мне теперь ее до кассы донести? Пойду папу позову, сам не справлюсь. Папа, ты где? Иди сюда. Папа, ты где? Иди сюда. Кажется, Федор Сергеевич меня зовет. Где ты, Федор? Я здесь, пап, иди сюда. Вот ты где, Федор Сергеевич. Ты звал меня, да? Да, пап, помоги, пожалуйста, корзинку до кассы донести. Такая тяжелая вообще. Ух, ничего себе. Тяжеленная какая! А что ты тут набрал вообще, а, Федор Сергеевич? Ну что-что, игрушки свои любимые, как и договаривались. Пару попытов, пару Simple Dimple. Федор Сергеевич, и ты столько игрушек купил себе? Ну себе, Соне, Ярику, Гоше. Я же добрый парень.
Смотри, какие классные новые. Оранжевый и черный. У меня таких не было. Федор Сергеевич, ну хорошо, таких симплов-димплов у тебя нету. А зачем тебе два круглых, два сердечка попыты? У тебя же даже дома такие есть. Да потому что Соня с братиками меня все время отбирают, а я им купил, чтобы они у меня не просили. Ну ладно, что ж уже, Федор Сергеевич, с тобой поделаешь? Вроде и доброе дело ты придумал. Хотя я обещал все это купить, но ты сам выбирал. Давай, помогай тогда, понесли. Понесли.